смотри, Димон, если есть возможность, берите ночник либо тепляк к себе. Вот возьми себе лично, блядь. Не зависит от личного состава, вот даже свой личный, блядь, он пи***к пригодится. Да. Здесь в основном, блядь, вот эти вот смутные времена по ночам происходят, эти потемные движения, блядь. Здесь просто... И никогда не давай солдату его. Лучше сам будет. Потому что, блядь, они только про***, домой отсылают, блядь. Здесь столько тепляков ушло налево, я ее. Да ладно, да я крысы еб. Я тебя кончен за руку ловил, блядь, лично, блядь. Да, а потом говорит, а дайте нам еще тепляк. Да иди там нахуй, слушай теперь, блядь, понял? Я прям так и говорю, блядь, я тебе лично, вы, мне даже если будут предлагать, я хуй откажусь от них. Я от них отказываюсь, мне вот предлагают, я отказываюсь, я говорю, нихуя слушайте, значит, если вы не можете удержать то, что вам дают, блин.